Ребят, всем привет. Куда так не врубаешь? Ставить. Так, легко, нормально или тяжело? Я думаю, легко, смысл тут потеть. Здорово! Все мы делаем ошибки. Некоторые меньше, некоторые больше. Но его ошибка, порожденная невинностью и напитанная гордостью, была самой большой и самой ужасной из всех. Все, что принадлежит тебе, мое по праву. Тебе не изменить судьбу. Считается, что когда принц отправился на остров времени, чтобы избежать смерти, он вернулся оттуда один. Амулет был уничтожен, Дахака усмирен, императрица мертва, а принц, наконец, обрел свободу. На самом деле все было по-другому. Правда в том, что принц хотел спасти меня от смерти. Он освободил меня и обрек нас всех на гибель. Принц, такое будущее казалось радостным, но кое-что изменилось. Не волнуйся, Калина. В Вавилоне ты будешь в безопасности, обещаю. Смотри, мы почти дома. Наш корабль погружался в воду гавани, а принц обнаружил, что город, в который он вернулся, разительно отличается от того, откуда он отправлялся в путь. Порт, обычно кишащий народом, был безлюден. Перед глазами представали лишь забрызганные кровью навесы и выбитые двери. И никаких следов обычного портового люда, ни купцов, ни нищих, ни рыбаков. Блин, понятное дело, сражение идет. Это место в руках других. Отпустите ее!
блин, видишь, все-таки не повезло, ее забрали. Так, слишком чувствительно как-то. Принц шел по разрушенному безлюдному району, и его преследовали картины прошлого. От портовой таверны, где он провел так много веселых ночей, теперь осталось лишь пепелище. А останки гордой армады Вавилона, которую он не раз выходил приветствовать, покоились на дне Евфрата. Еще бы камера была удобна, вообще было бы охренеть. О, давай, бей их, бей! Сражайтесь. Я прям чувствую боль от этой камеры. Везде следы битвы. Но где же стражники Вавилона? Что с ними случилось? На крыше дерутся. Блин, тут камера же есть, конечно. Да дальше. Он принц замолчал. Ай, не упади только вниз. Не, куда? Куда? Ну куда ты полетел? Везде следы битвы. Но где же стражники Вавилона? Что с ними случилось? А, вот чё прикол. Дай мне знать, когда у тебя будет время, чтобы слушать дальше. Да ты все равно молчишь, что дальше-то. Так, игра. Короче, мышка. Я готова ждать. У меня есть время всего этого мира. Везет тебе. Так, геймпад. Ну-ка, это то. Может быть, это надо включить. Ща. Дай мне знать, когда захочешь слушать дальше. Во! Теперь-то нормально. Ты просто понимаешь, я когда крутил влево, она крутилась вправо. Это было просто боль. Ты хочешь делать одно, игра делает совсем другое. Ух я! Так, я уже понял, что по стене бегать не надо, на ту сторону пройти. Тихо, тихо, не падай, поднимись. Давай сохранимся. Продолжить историю с этого места? Хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю. Конечно, удачное. Начало игры – самое удачное место, да? Откуда начать свою историю? Валяйся. Знаешь, звука битвы не хватает. Почему всякий раз, когда я попадаю в беду, у меня в руках не оказывается хорошего меча? Эх, ладно, это лучше, чем ничего. Да и кухонным ножом можно убивать. Готов. А эти все дерутся, не могут друг друга убить. И у ворот мы там всякие делают. О, дай. Вот и у меня меч появился. Очень быстро сломается.
дебоширим. Ага, осторожно. Ты чё? Ты чё? Не так надо было атаковать. Ножом проткни его. А, он сдох? Отлично. Чё? Чё, я тебя проткну ножиком? Вот так. А ты как я ещё могу? Вот, смотри, смотри. Обязательно для тебя покажу. О. Так. Ай, сломалась. Можно тебя проткнуть? Выбрось. Оружие очень быстро ломается, когда поднимаешь противника. Знаешь, конечно, прям ржавый, блин, металл себе взяли, сковали из него оружие. Кайлина! Нет! В город теперь не войти. Мне нужно забраться на эту осадную башню и попробовать проникнуть оттуда. Да ладно, хорош! Ты меня не мог увидеть. Ты что, попутал? Да, в сторону катись. Какие тут как-то комбо может делать? Типа. Видел? Пробежал этот чувачок, сделал круг. Я чувствую, и типа меня заметил. Кто проходил здесь. Они желали зла моей семье. Ну, наверное, и стране тоже. Четыре недели я провел в море. И каждый день думал о том, как вернусь в Вавилон. Но ни разу я не представлял себе такую картину возвращения домой. Война. Это единственный ответ. Но с кем? И за что? Так, опять скажи, что-то. Когда у тебя будет время, чтобы служить дальше? Не то стоять. Но это еще далеко не конец истории. Не графика. Дай мне знать, когда захочешь слушать дальше. Это? Но это еще далеко не конец истории. Нет, не это. Хуже стало. Если тебе нужен перерыв, я готова ждать. Все, вот это отлично. Мне кажется, очень хуже стало. Ладно. Тихо, тихо, тихо. Сейчас пингвина уложим. Да ты скотина, не мог еще чуть посидеть там. Все равно помрешь сейчас. А у него лук сабли, что ли? Нифига себе. Бедный пингвин. Вообще такой не ожидал подставы.
В следующий раз я продолжу мою историю отсюда. Знай, что не любовь вела его, лишь долг. Он был в ответе за случившееся. Он дал слово, но оно было нарушено. Принц хотел исправить это, как исправлял свои предыдущие ошибки. Вне всяких сомнений, благородная цель. Благородная и эгоистичная. Ведь двигало принцем лишь желание унять собственную боль. А всех внизу там пытают, избивают. Я знаю эти улицы. Вернее, знал их. И я не должен отставать от Кайлины, если хочу выяснить, кто в этом виновен. А чё, комбо же получается? Дай мне знать, когда у тебя будет время, чтобы слушать дальше. Левая рука — схватить таб. Схватить и ударить. Да, куда гнулся, так меня убежал. Мечом! Ой, мечом его! Ну-ка, а что за там? Как так, он вообще не участвует? Ни хрена себе, да как я сделал сейчас? Хрен знает, как я это делал, но то было прикольно. Так. Ладно, ставлю пока меч. Да нормально, наверх беги. Спасибо. Прикольный прием на постоянной миграции. Пару секунд, а обоих нету. Блин, думаю, сейчас упаду. Так, равновесие, равновесие, не падайте. Давай, рассказывай мне свою историю. Давай, давай, слушай. Ты пока в настройках ковырялся, нам не столько истории обещал рассказать. Что там попутал? Я тоже так умею. Так, выходит мне, наверное, не сюда, братан, лезть. Так.
если на лестницу залезть. Заметьте, он почти развернулся, мог увидеть. Продолжать отсюда, как хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю. Я не допрыгну, стой, залезь. В чем воздухе висит? Ах ты колдун. Блин, умер и в воздухе висел. Где добрая Аша, что стояла за прилавками, продавала фрукты и цветы? Где мальчуган посыльный, шумный и озорной, как все дети? Погибли. Все погибли. Да вон их внизу избивают, посмотри внизу так. Смотришь, вон их избивают. Почему он их по-разному убивает, я не знаю. Дальше приемы еще больше такие разнообразные пойдут. Оп, горло перерезал. Не, он просто так спрашивает, типа, а что с ними? А внизу там кого-то избивают. То же самое, знаешь, про армию. Спрашивает, где армия? Там чуваки на крыше сражаются, где моя армия? Всюду трупы валяются. И кто-то сражается. Продолжить историю в следующий раз. Я продолжу мою историю отсюда. Дом. Тут все стало чужим. То, что когда-то было таким родным, теперь исполнено горем. Что здесь произошло? Не-не, только не вниз. Стреляй! Давай, молодец. Вот, слоумо. Отлично. Ты посмотри, какой классный лук. Он с мечами.
Оу. Хотя, мне кажется, кинорелити не было никогда. Так, нам сюда. О, оружие. Еще получится. Знать, когда я новый комбо открыл. Я вот не могу понять, он получается новый комбо открывает, или он мне просто показывает, типа, вот попробуй такое, попробуй такое. Движение, прыжки в воздухе. Удар ногой в прыжке. Эфик узнает, работает, не работает. Он мне показывает кнопки, которые вообще, ну, не совпадают. Давай, отворачивайся. Дохлые противники идут. Кто так страшно дышит? Че, с ума сошел так дышать? А я ж тебе по ногам резанул. О. И другое убийство уже было. А, так нельзя, ну ладно. Он, честно, нас отец замечает? Сейчас я должен был отдыхать, наслаждаться покоем после долгого путешествия или беседовать с отцом. А вместо этого я должен бежать и прятаться, красться по своему городу, как вор. Ну, ты же сам сказал, что это уж не твой город. Ты что творишь? Хорош! Ты давай зацепись уже наконец-то! Ты что, издеваешься на меня? Спасибо! Thank you.
Нет, ты понимаешь? Я ему говорю, погнали, он такой, хоп, прыгает вниз. Ну давай на по-нормальному, хоп, снова вниз прыгает. Ой, как вы быстро бежите, подождите, я бегу. Нет! А почти догнал. Продолжать отсюда? Хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю. Блин, даже музыка пропала. Хе-хе, а я прошел. Блин, какой ненормальный ты с ловушкой проектировал. Запомните, ты понимаешь? Запомните, ё-моё. Приёмы. Да куда ты побежал? Акробат ты херов. Во. Принц приближался к тому месту, где держали меня. И вот он услышал голос. Мой, что ли? Продолжить историю с этого в следующий раз, я продолжу мою историю отсюда. Много лет назад мы с Махараджи Индии отправились на остров времени, чтобы раскрыть его тайны. Мы увидели безрадостные пустынные руины, залы были безлюдны, хранители острова обратились в песок, скрытые письмена украшали стены залов, и столько проговорилось об императрице времени, но следов этого загадочного существа. Но люди не вернулись после. Пустые песочные часы, украшенные драгоценными камнями. Книги! Какие секреты в них хранились? Уже тогда я был стариком и знал, что жизнь моя подходит к концу. Эти книги подсказали мне, как стать бессмертным. Но мне нужна была сущность самой императрицы, могущество песков. Но мне не дано было найти ни тебя, ни их. По крайней мере, я так думал. Улегся так. Я занялся другими делами и оставил мечту о вечной жизни. Но потом, как попрошайка, 4 недели назад кинжал зашевелился и стал показывать мне разные картины. Нашептывал во сне. Он звал меня сюда, в Вавилон. Но у Махараджи не было таких видений. Он не позволял мне отлучаться. И я убил его и забрал себе его королевство и его армию. Теперь ничто не могло остановить меня на пути к заветной цели. А ты чё, бессмертный, что ли? Вот и валяйся. Чё ладошкой выставил? Чё с рукой стало? Я в руки перебил, что ли, пальцы? Я им пальцы, походу, сломал.
Ну да, ты меня заметишь, да, да. О, мой трон. Вылезай. Посидим, отдохнем, как ты хотел. А, здесь, смотри, двое сидит. Вас, по-моему, уже не было, не? Чё? У! Отлично. Вот так вот учитесь, сопляки. Там никого не осталось. Принц выхватил оружие и безрассудно бросился в бой, чтобы спасти меня. Казалось, предыдущие приключения ничему не научили его. А может быть, он просто был ослеплен страхом и яростью. Вот как это случилось. Вот так я умерла. Нет! А ты, должно быть, принц Персии, который вернулся домой. Боюсь, слишком поздно. Думаю, у меня есть кое-что твое. Нет! Кайлина! Прости меня за то, что я натворил, где бы ты ни был. Возврат. Блин, знаешь, это прикол? Он говорит, я стал бессмертным, берёт себе кинжал, а протыкает, но это так не работает. Взял пузо себе. Далеко ты не убежал. Еще на басу у меня другая кучка падает. О, парень, смотри. А куда? Тихо, назад. А, я понял, здесь нету прохода. Надо было, видимо, вперед бежать. Ну ладно, ничего страшного. Отец, прости меня за то, что я натворил, где бы ты ни был. Да спасаемся, спасаемся. Только надо, смотри, под ноги смотреть. И вверх тоже поглядывать. Дряхлый замок. Нет, ты хорош.
буквально земля из-под ног ушла. Он еще за воздух цепанулся, там схватился за что-то. В следующий раз мне хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю. Конечно, удачное. Храните песок. Мерзкие ловушки. Ради! Блин. Поилка? Фонтанчик, Миша? Не, фонтанчик не поломается никогда. Во всякие уступы, пол, спокойно. Все разрушилось. Продолжать отсюда, в следующий раз я продолжу мою историю отсюда. У нас же фонтанчик выступает в роли сохранения и восстановления жизни. Принцесса Персии. Да куда? Ну тут же не все рушится, тут же по скриптам все сделано. Че нарёт? Что это сейчас было? О, правильно, улетай. Куда ты там улетел? Даже не попрощался. Так, как нам повыше залезть? Привет. Как ты? Вот это комбо, понял? Одним ударом двоих отправил в тот свет. Какие-то кредиты я получил. Такие вообще солдаты легкие. Нет, видел, он заорал и вниз улетел. И снова я становлюсь причиной страданий людей. Я забрал Кайлину с острова времени и изменил ход истории. И если у меня не было песка времени, значит, я не путешествовал в Азад и не убивал визиря. И вот он жив. И им движет все то же безумное желание. Я обещал, что с ней будет все хорошо. Ну, ты, получается, обманул. С ней уже все плохо. В следующий раз хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить с него историю. Я все дальше углубляюсь во дворец. И я все дальше от врага.
Почему дальше тут враги кругом ходят? Моя рука! Что случилось? Что, поранился? Что со мной сделал визирь? Я не... Вот красавчик. Круг замкнулся. Принц воскресил своего величайшего врага. А что еще хуже, он случайно предал меня в его руки, и на Вавилон обрушился кошмар. И как будто бы этого было недостаточно, принца самого чуть не поглотили пески. Он избежал гибели, но больше не был таким, как раньше. Проснись, принц, проснись. Проснись. Бог, это ты? Путь назад закрыт, так что тебе придется найти новый выход из этих стоков. Не мешкай. Шевелись. Да, сенсей. Продолжить историю с этого места? Что? Кто здесь? Так, раскручиваю. Прыжок. Еще прыжок. Будь осторожен. Доски скользкие. Помни о равновесии. Нормально все. Сейчас бы не улетел. Издеваешься, чтоб чё нацепился? Взял мимо, пусть пролетел. Хорошо, хорошо. Теперь вниз. Чутка мышка. Еще далеко не конец истории. Пипец, мышка медленная сейчас. Лава там. Если ты не нужен. Похоже, мне очень-то по нраву свет. Умирай уже. Заманивай их на свет. Убивай, пока они слепы. Давай, спасибо. Да, заходи. Нет, двери закрыты. Закрытая дверь для нас не помеха. Везде протиснемся, везде пройдем. Я, знаешь, в какой-то момент подумал, что балка рушится. Пойдите, что мне осталось?
Во что я превратился? В песчаного монстра? Называй это как хочешь, принц. Но помню, что ты получил способность расправляться с врагами. Так используй их. И что мне это дает? Я слабею даже, когда сражаюсь. Так убивай. Отнимая их жизни, ты подпитываешь свою. Откуда? Не так. Ну что, бесконечное оружие получили. Ну, хорош меня избивать, ты чё? Надеюсь, это не навсегда? Навсегда, если ты хочешь. Нет. Захочешь. Захочешь. Ты еще вернулся, что ли? Вокруг меня надо было. Ого! О! Прям как на шесте. Так, а куда теперь? А, нашел. Куда поднимаешься, сиди? Но почему это произошло со мной? Тебя коснулся песок времени, как ты, должно быть, заметил. Может быть, причина в кинжале. Может быть, в том, что ты долгое время провел с песками. Или с императрицей. В любом случае, ты можешь этому противостоять. Почти. Почти? Ты превратился в нечто весьма необычное. Так что, думаю, это подходящее слово. Думай об этом как об уникальном даре. Ты стал быстрее, сильнее. Уродливее. Но-но. Что ж, это объясняет мое превращение. Но кто ты? Неужели ты еще не понял? Я твои скрытые возможности. Тайные мечты. Я часть тебя. Ты... ты во мне? Знаешь, скрытые фантазии, будь уродом. Закончилось. Видимо, вода может снимать это проклятие. Но почему ты мне не сказал? Сказать или испортить все веселье? О, драка начинается, иди сюда.
Протыкаем. Всех ушатали. Ну да, плата суперспособности. Сомнительный, конечно, бонус. Да, куда бы нам идти? Да, вроде бы не ошибся. Тут еще бонус лежит. Давай, спокойной ночи. Я скоро же буду останавливаться. Сколько там сеанс уже идет? Час есть? Получили немножко здоровья. Если не ошибаюсь, сколько должно быть в игру фонтанчиков? 6. Даже можно сохраниться здесь еще раз. В следующий раз я продолжу мою историю отсюда. Нормально, 55 минут. Что-то сохранение будет, и можно остановиться. Песок завис, ну ладно. Когда принца коснулись пески времени, что-то пробудилось внутри него. Что-то коварное и загадочное, что-то темное. 7 лет, проведенных в бегах, закалили принца и ожесточили его. Это подпитывало его второе «я», давало ему силы. И принца охватило желание подчиниться ему, ведь это было лучом во тьме. Тем, что вело и утешало человека, потерявшего все, что у него было. Но что нужно было темной стороне принца? Почему она помогала ему? На этот вопрос могло ответить только время. Ну как это, почему она ему помогала? Мне кажется, умрет один, а еще умрет второй. Это же логично. Продолжать отсюда? Хорошо. Это удачное место, чтобы продолжить свою историю. Вавилон, но так далеко. Когда я был ребенком, отец рассказывал мне... Прислушайся, внизу что-то происходит.
Это визирь! Он был полностью изменен! Интересно. Он воспользовался силой песков, чтобы изменить свою армию. Эти артефакты позволят ему с легкостью перемещать солдат по городу. Кажется, он держит все под контролем. Да, выглядит все довольно печально. Я не позволю визирю захватить Вавилон. Это мой город и мой трон. Превратился в бабочку. Он использовал этот луч как ворота. И я пойду за ним. Что происходит? Ну что, все прошло точно по плану? Теперь ты поймешь, что вход в портал, сделанный из песка, приводит только к неприятностям. Что ж, будем придерживаться традиционных способов перемещения. Надеюсь, тебе это удастся. Ай, ты ж. Братья в мастерскую. Сильный подворец на арену для изменения. Ай-яй-яй-яй. Я не так хотел все это сделать. Знаешь, чем дальше идешь, тем лучше оружие будет. Прошу вас, умоляю. Отпусти. Хорош обороняться уже. Вот это умеет. Так, а что, меч исчез? Иди сюда, иди. И спиной повернись. Блин, в него явно проще играть. Куда-то полетел.
И убийства, знаешь, проще даются. И оружие бесконечное. И хилишься еще, убивая противника. Замечательно. Там что, тех, что есть, не хватало? Ты о чем? А, ой, иди сюда. Чего от меня хотите-то? Блин, тут явно что-то надо сделать. А, вижу. Так, я не допрыгнул. Давай! Эта колесница отвезет нас домой. Тут человек еще стоят? Повернись назад. Повернись, говорю, назад. Вообще. Ты уверен, что справишься с этой штукой? Конечно, конечно. Вообще никаких проблем. Надеюсь, если я разобьюсь, нам обоим конец. Удержать! И вновь принц начал свое путешествие домой. Он был объят жаждой мести и думал лишь о том, как он покарает визиря. Ну как, кинжалом. Может, свидетели? Ты в сторону отошел, не мешайся. Аккуратно. Что-то он совсем попутал, куда он полез. Он должен был разбиться до этих ворот. Игра, ты меня не пугай, там сохранения не было. Причем, знаешь, я походу разбился даже. Не столько об стену, сколько об этого чувака, который разбился сам. Да, походу игра зависла. Ладно, ребят, я здесь остановлюсь. Всем пока. Позже увидимся.